Ремонт дорог в Красноярске выходит на новый этап. Рабочие приступили к заливке бетона на коммунальном мосту. И чтобы качественно провести работы и обеспечить прочное застывание материала, минувшей ночью было полностью перекрыто движение. Но с утра общественному транспорту разрешили двигаться по переправе со скоростью не более 5 км в час. По такой же схеме будет организовано движение и этой ночью. Заехать на мост нельзя будет с 10 часов вечера до 6 часов утра субботы. Эти обстоятельства нужно учитывать тем горожанам, кто пользуется общественным транспортом и такси, которым разрешено пересекать Абаканскую протоку. Кроме того, на следующей неделе начнется ремонт одной из самых проблемных улиц краевого центра – Гайдашовки. О необходимости привести в порядок эту дорогу говорили и красноярцы, и эксперты. Работы будут проводить в два этапа. В этом году полный комплекс выполнят на участке от Енисейского тракта до улицы Енисейской. В общей сложности сейчас в краевой столице дорожники трудятся на 45 улицах. Водителей просят учитывать обстановку и формировать маршруты заранее. У нас сегодня вечером открывается движение через перекресток Мира Каратанова, то есть по улице Каратанова сквозное движение будет открыто. И с 8 утра завтрашнего дня до 20 часов 1 августа будет закрыто сквозное движение на перекрестке 9 января Мира. То есть, соответственно, улица будет снова тупиковой, используется только для парковки.